Артем, расскажи, пожалуйста, про второй тайм, в частности. Наверное, именно во втором тайме хуже игра вашей команды пошла, и наверняка на это повлияло удаление. Как ты сам оценишь игру сегодня за третье место? Первый тайм смотрелись хорошо, во втором допустили быструю ошибку, пропустили гол, и все, игра пошла. Сначала пытались что-то сделать, потом удаление, и все обрушилось. Показалось, что и эмоционально, не только физически, еще и эмоционально команда немножко подсдала, и это повлияло на результат. Так ли это? Да, это так.